Всем привет, с вами говорящая голова из Руслана и Людмилы. У нас сегодня студийное безумие по первой серии «Дома совы». Я настолько оперативно его смонтировал, что у нас на Бусти уже можно посмотреть пятую серию в открытом доступе. Да? Вот. Поэтому за мою оперативность пишите лайк, ставьте комментарий, или как там сейчас молодежь делает, я не шарю. По моему скромному мнению, сегодняшний выпуск студийного безумия самый смешной со времен, когда я бил коробки на запись. Это там один из первых выпусков студийного безумия, ссылку я не оставлю, ищите сами, это ваш новогодний челлендж. Вот, ну и естественно напомню, что... Нифига я пальцами хрустнул классно на запись. Напомню, что у нас на Бусти выходит «Дом совы», у нас на Бусти сейчас дофига разного контента, поэтому заходите, посмотрите, если захотите нас поддержать, может даже платно подпишитесь. И обязательно подписывайтесь на ВК и Телеграм. Знаете почему? А потому что летом выходит «Отель Хазбин». «Отель Хазбин» на Ютубе не посмотришь, но «Отель Хазбин» посмотришь у нас в Телеграм, на Бусти и в ВК, поэтому как бы подписывайтесь, вам это очень понадобится сильно летом. А теперь всем приятного просмотра. Ну поехали, получается. Так, ну всем привет. Вы ни за что не догадаетесь, что у нас сегодня за видео. Вы точно же не читаете название видео и превью не смотрите, поэтому... Я вас расстрою, обрадую. Сегодня студийное безумие по «Дому совы». Я не скажу, кого я озвучиваю, и вы ни за что не догадаетесь. А еще ставьте лайк, если вы тоже считаете, что 6 часов вечера — это отличное время, чтобы начать долбить бетон у меня под окнами. Ну, вот реально, ставьте лайк. У меня змея. Конец. Но, ой-ой-ой-ой, тихо. Минус 15 децибел, пожалуйста, мне сделайте. Глупый ребенок, я проглочу тебя целиком! Ой-ой-ой, подожди, стоять. Я сейчас убью всех. Секунду. Что-то, блин, очень как-то пики большие. ПЗ, в чем проблема? В чем? В том, что я очень крутой. Вот в чем проблема. Нельзя за шкалы. Ну, нельзя вообще никак. Сори, всем респект. Господи, что я вообще... У меня вообще голова, интересно, с языком связана, или они отдельно живут? Скорее всего, они даже в разных квартирах на разных концах Москвы живут. Еще потише сделать? Я убью же. Сколько можно делать потише? А кого я озвучиваю? Так, секунду. Для вас я тыкаю воздух. Для себя я тыкаю в самые важные файлы в жизни. А где... Так, пока там что-то происходит, пока меня банят на Ютубе за то, что нельзя показывать мультфильм на Ютубе. Блин, я надеюсь, они реально забанят мультфильм. То есть, реально забанят меня одного. То есть, чисто все оставят и только меня из видео вырежут. Кого я озвучиваю? Есть информация? Сейчас проверим. Узнаем. Порядок. Следующий мой персонаж, которого я сам себе распределил. Потому что кто, если не я? Это... Простите. Сколько? 4.45. Дай мне свою кожу. Это чисто я, когда пришел к врачу. Что я говорю? Блин, да? Время попилить, да? Да, реально. Время попилить бетон своими деревянными пилами. Я не знаю, чем они пилят бетон. Никогда не смотрел за ними. Это точно мой персонаж, я его точно себе распределил? Да, реально, я себе распределил. А я был прав, когда это делал? Можно съесть человечка внутри. Пойдет, работаем. Крутой я какой, а? Такой, да, круто. Ставьте лайк. Совиная госпожа, вы разыскивай. Это дурак, поймай интонацию, плиз. Можно? Всем респект. Перечисление, меня все уважают, боятся. Ловят. А, да. Так и будет. Ловят! Пойдет! Сюда! О, which criminal? Which criminal? Mm-hmm. У меня шизофрения. Сори, это заразно. Этот есть что персонажи так говорят, это не я сейчас был, это вам слышно оригинал, сори. Как много объема я дал. Не надо так. То есть надо, но вы меня не слушаете. Я вам такого понаговорю.
Вы вообще потом будете... Можно не пилить, пожалуйста, что вы там пилите? Господи, надеюсь, фасад моего здания. Что вы делаете? Хватит пилить. Очень громко, я не могу записывать мультики. Смотри, заткнулись. Поехали. Во, вот это было. Было. Трое на меду. You can open your balls, так сказать. Смотрите, я сейчас нахрипелся, и тут же после этого у меня худ-худ вот этот вот, который сычек. Давным-давно, когда нам было все равно, что пить, с кем жить, как быть, и время проходило хай-фай, мы пели блюз Шанхай, та-ра-ра-рой, ра-ро-ро-рой, когда свет, свет побед прошлых лет сказал тебе привет, ну что ж, пускай. Вот тут, порой, пожалуйста. Это будет сложно. Надеюсь, мне в реальной жизни тоже будут вот так тыкать пальцами в глаза, когда я буду у людей что-нибудь просить. Пожалуйста, кто-нибудь, делайте мне так. Господи, хватит пилить заборы у меня под городой. Какой городой? Козадой. Можно не пи... Я не могу так озвучивать. У меня не так много времени, чтобы это озвучивать. Можно, блин, как-нибудь поаккуратнее там, ну? Они пилят! Я слышу это на записи. Хватит! Я сейчас сальто сделаю. Вы будете плакать по ту сторону экрана. Ну, блядь, Так нельзя. Так все испугаются и бегут. Пожалуйста, делайте сальто там. Я не могу, я сейчас... Не знаю, сейчас, подождите, я что-нибудь придумаю. Я ничего не... Сейчас, секунду. У меня есть... Я надеюсь, это слышно. У меня есть ключ разводной. Это не шутка. Вы думали, я ничего не придумаю, а вот так. Сарпела подъехал сюда. Ау! Перетираем все это. Нафиг. Заново. Все заново я расстроился. Я теперь больше не смешной. То есть все еще. Ну, типа, да, вот так, но... То есть ближе в губы. Блин, нафиг я это все вам говорю. Вы сейчас узнаете все приемы мои, будете потом меня изображать на важных каких-нибудь дипломатических мероприятиях и... Я не придумал дальше шутку. Простите, шутки не было. Welcome to Among Us CyberCat Studio League. Это не мое, это не мое, это не мое, это все не мое, не мои персонажи, жиж. Мой парень вот здесь, он любит есть глаза, я точно его знаю. Он прям как я, вот это я. Пойдет. Чистенько, с первого дубля. Потому что я кто? Правильно, никто. Так, и получает люлей носатый. Как хорошо, что чел, который любит есть глаза, просто молчит. Потому что он любит есть глаза, его больше ничего не интересует. Вперед, босс! Вперед! Можно еще сильнее П выделить, а? Че, слабо тебе? Нужно ли вот это вот делать здесь? Вам ничего не слышно, это чтобы не забанили, вы не понимаете. То есть вы понимаете, я не понимаю. Я ничего не понимаю. Вы вообще... Я марионетка в ваших руках. Вы просто сидите по ту сторону экрана и играетесь со мной. Так, да-да-да-да-да, как вам захочется. Классно вам, конечно, блин. Что-то лети там туда-сюда. Люблю глаза. Угу. Так я тебе и поверил. Кого? Поймали пингвина. Окей. Сабы очень смешные, кстати.
Подписывайтесь на Boosty, чтобы посмотреть на смешные сабы. Сори. Серия озвучена проектом CyberCat Studio для бесплатного, для платного и бесплатного, и какого захотите ознакомительного просмотра для продажи, как там еще говорят, всем... Я забыл текст. Все, хватит цирка этого. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, это видео не забанится на Ютубе еще на моменте рендера. Давайте, всем пиз и это там подписывайтесь на Boosty. Смотрите на Boosty озвучку Дома Совы, мы будем быстро озвучивать. Мы все догоним за полминуты. За полминуты выйдут все серии, и мы начнем уже делать третий сезон, который прямо сейчас выходит. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, вот за эти ближайшие 3 минуты подписывайтесь, и там будут все серии. Я не обещаю. Всем спасибо, всем пока, еще услышимся.